Прием-прием, это XBT.com, мы продолжаем тестировать триммеры фирмы Браун и сегодня расскажем про BT-Series 5 триммер для бороды. А поможет нам в этом профессиональный барбер, старший преподаватель Академии Симушка Александр Баратов. Beard Trimmer серия 5. Что я могу сказать про эту машинку? Очень хорошая комплектация. Два гребня, которые регулируют высоту от 1 до 10 и от 11 до 20. Очень много настроек, 39 настроек шагом по 0,5 мм, что позволяет выбрать вам нужную длину для подравнивания бороды. Очень хорошо, что у нее есть в насадках мини-сеточка для бритья полного, да, под ноль. Также есть бритва-жилет в комплекте, если вы вдруг захотели побриться. Зарядка достаточно быстрая. Вы подзарядите всего час, и она будет работать 100 минут. Я не увидел, как работает умная функция AutoSense, про которую говорит производитель. Я не видел, не почувствовал кардинальной разницы, когда волос уплотнялся, либо была какая-то густая борода. Нож у этой машинки выполнен не из цельного металла, но отдать должное, что, в принципе, она работает тоже достаточно неплохо, и нож срезает хорошо волос. Насадка достаточно легко гуляет, и можно одним пальцем без особых усилий ее снять, что опять же приводит к тому, что вдруг эта насадка вылетит и человек сбреет себе больше, чем хотелось бы. Зубчики, которые находятся в этой насадке, достаточно гибкие и очень хрупкие. И если вы нажмете посильнее на триммер, на насадку, может произойти такое, что зубчики просядут, волос попадет больше и вы срежете больше, чем вы планировали. Плюс этой машинки еще в том, что ее можно мыть под проточной водой и не думать о том, что какие-то волосы могут там остаться. За счет того, что машинка маленькая, ей очень удобно работать. Вот и, в принципе, все. За доступную цену вы, в принципе, получаете очень даже неплохое подравнивание бороды дома.